бізге бір айлық нәрестеден бастап 14 жасқа дейінгі балалар қабылдауға келеді. Менің ең бірінші жұмысым дәрігерге дейінгі кабинетте балалардың бой салмағын өлшеп, дене салмағының индексін есептеп дәрігерге айту. Әрі қарай дәрігер бізге берілген тапсырмаларды орындап, балаларға жолдамаларын беремін. Меня зовут Динара Бектимировна, я врач-педиатр 18-й поликлиники филиала Тауголь. С Жазирой мы познакомились еще в 2019 году, когда она пришла впервые к нам на работу. Она мне с первых дней уже понравилась, так как была опытная, очень трудолюбивая. С первых же дней выполняла свою работу отчетливо, правильно. Мы с ней вместе ходили на патронаж и до сих пор с ней ходим. На приемах она все работы выполняет по поручению. За детьми смотрит хорошо, правильно взвешивает, правильно измеряет. Все мои команды она выполняет безотказательно. На приеме также она очень общительна, очень приветливая, с детьми хорошо общается. Прям хорошие показатели именно педиатрической медсестры. Я была очень рада, когда после декрета обратно ее встретила, так как очень привыкла к ней. Мы с ней сблизились хорошо, друг друга хорошо понимаем. Жазира грамотная медсестра, сразу видно. Иногда она даже без меня может спокойно выполнять любую работу. Біздің 18-ші емханада мен аға мейірбике қызметін атқарамын. Учаскелік мейірбике ретінде Мүсілім Жазира Сүндетқызы қызмет атқарады. Қатарластарының арасында жоғары беделге ие, сыпайы, жақсы қызметкер. You out for what you say to me. Look at every single deed. If you got what I need, then oh, I'll take you on like a big deal. Legs you can hunt.